Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине «Светофор». Это город Ульяновск, Московское шоссе, 34. Сделаю для вас обзор представленного товара в этом магазине, а также покажу, какие появились на этой неделе новинки. В наличии есть компостер на 1200 литров. Стоит он 2500 рублей, производство Россия. Собирается как пазл. Пруды садовые тоже есть в наличии, они на 150 литров, цена 788 рублей, размеры 120 на 90 на 40, производитель Россия. Новинка – это шпакрил 2 в 1, шпаклевка плюс побелка, для внутренних работ не имеет запаха. 1,5 кг в ведерке, цена 52 рубля. В продаже снова появились домашние дистилляторы, называется он экономный. В комплекте перегонный куб на 12 литров, охладитель и термометр электронный. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали, имеет неограниченный срок службы эксплуатации. Цена 2632 рубля. В наличии есть весы кухонные электронные с максимальной нагрузкой 7 кг. Работают они от батареек, цена 242 рубля. Также в наличии есть отвертка реверсивная с набором бит и головок. Всего 40 предметов в наборе, продается в пластиковом кейсе. Цена 254 рубля. Фонарь кемпинговый, называется «Старт». 1 LED-лампа для направленного света в этом фонаре и 6 LED-ламп для рассеянного света. Работает от солнечной батареи, также может заряжаться от сети. У него имеются очень такие вот ручки удобные. Фонарь черного цвета, цена 362 рубля. А это портативная аудиосистема, называется Телефункин. Воспроизведение аудиофайлов здесь через Bluetooth, есть также слот для карты и радио FM. Цена 550 рублей. А это автомобильный компрессор для легкового автомобиля, 12 вольт. В комплекте идут 3 дополнительные насадки и сумка в подарок. Производитель Китай. Производительность 35 литров в минуту. В остальных магазинах он стоит гораздо дороже, а здесь 685 рублей. Также есть дезодорант антиперспирант Рексона 200 мл, стоит 90 рублей. В магазине «Светофор» появилась новая коллекция посуды. Посмотрите, какие красивые салатники. Салатник объемом 510 мл, диаметр 18 см. В составе идет фарфор с деколью. В наличии есть 2 цвета, они голубые и розовые. Розовые тоже красивые. Стоит 57,60. Также в наличии есть глубокие тарелочки, тоже 2 цвета. Тарелка диаметром 19 сантиметров, объем 370 мл. В составе также фарфор с деколью. Цена 54,90. И есть бульонница. Бульонница только в розовом цвете. Объем 670 мл, диаметр 15 сантиметров. Производитель Китай, цена 76,10. Контейнер прямоугольный, жаропрочного стекла, с полипропиленовой крышкой на защелках. Объем его 650 мл, изготовлен в Китае. Цена 159,10. Есть также наборы ланчбоксов. Здесь в наборе 3 контейнера с крышкой на защелках. Контейнеры объемом 380 мл, 800 мл и 1,5 литра. В составе полипропилен, изготовитель Россия, цена 157 рублей. И есть еще вот такие наборчики контейнеров, они квадратной формы. Здесь аж 11 штук, все они разного объема, с крышками. Можно использовать в морозилке, в микроволновке, а также можно мыть их в посудомоечной машине. Производитель Россия, цена 174,10. В продаже есть кастрюли алюминиевые с антипригарным покрытием. Они с ручками и со стеклянной крышкой, в которой имеется отверстие для выпуска пара. Можно использовать для стеклокерамических плит, для газовых, электрических, а также можно мыть в посудомоечной машине. Объем 3 литра, цена 600 рублей. А это ковш алюминиевый, тоже с антипригарным покрытием, с бакалитовой ручкой. Объем ковша 1,5 литра, диаметр 16 сантиметров. Производитель также Россия, цена 166,50. В продаже снова появились литые алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием. Такие вот серые, цвет гранит. Диаметр 26 сантиметров. Можно использовать для газовых, электрических, для стеклокерамики, а также для индукционных плит. Можно мыть в посудомоечной машине. Цена 683 рубля. И еще одна новинка – это сотейник алюминиевый с антипригарным покрытием. Диаметр его 24 сантиметра, высокий.
Тоже с бакелитовой ручкой, производитель Россия, цена 275,60. Еще одна новинка в магазине Светофор – это вот такие двухъярусные полочки настенные, они с бортами. Это металл с полимерным покрытием, размер 26,5 на 9,5 на 33. Производитель – город Барнаул, Россия. В комплекте идет уже сразу с полочкой крепеж, цена 185,60. А это наборы ножей из нержавеющей стали. В наборе 3 ножа разного размера. Ножи 15 см, 12 и 8 в составе нержавеющая сталь, полипропилен и антиналипающее покрытие. Производитель Китай. В наличии есть 3 цвета. Зеленые, темно-синие такие. И еще вот есть розового цвета. Тоже достану, покажу вам. Вот такие розовые. Пишут, что качество не очень. Цена 146,90. Наборы для завтрака, для детей. Наборы стеклянные, очень красивые. В комплекте идет кружка объемом 250 мл, салатник 400 мл и тарелка 19,5 см. Производитель Россия. Рисунки есть разные. Цена 200 рублей за набор. А это миски. Точнее, набор мисок. Здесь 3 миски объемом 4 литра. Изготовлены они из полипропилена. Производитель – город Москва. В наличии есть голубые и розовые. Два цвета. Цена 113,80. Дихлофос с улучшенной формулой. Он без запаха. Универсальный. Здесь объем очень большой – 680 мл. Здесь много их, цена 124,40. Также в продаже есть вот такие электродуховки, называются они «Уралочка», объем 39 литров. В комплекте идет решетка, противень и две ножки, которые нужно прикрутить уже самостоятельно. Ну, также идет, конечно же, инструкция по эксплуатации. Производятся они в России, город Челябинск. Мощность этой духовки 1500 ватт, имеется таймер на 90 минут, также регулировка температуры от 50 до 320 градусов и имеется переключатель режимов нагрева. Здесь духовочки только белого цвета, так они выглядят. Цена 2971 рубль. Из бытовой техники есть еще электрические чайники, называются Miralux. Объем этого чайника 2,3 литра, мощность 1500 ватт. В наличии только коричневого цвета. У него пластиковый внешний корпус и стальной внутренний корпус. Закрытая спираль, производитель Китай. Цена 519 рублей. Еще в наличии есть фен электрический для укладки волос. Мощность фена 2200 Вт. У него 6 режимов сушки. В комплекте имеется насадка. Производитель Китай. Цена 399 рублей. Сетка от насекомых на магнитах. Размер 100 на 210. Помогает защитить помещение от комаров, от насекомых, от пыли, от грязи, а также от тополиного пуха. Можно использовать на даче. В комплекте идет сетка, магнитики на ленте и гвоздики. Цена 138 рублей. В продаже появились вот такие удлинители на 3 розетки. Называются они Вольстон, белого цвета. Так, длина провода 5 метров, 3 розетки. Максимальная подключаемая мощность 3300 ватт. Производитель Россия, город Смоленск. И стоят такие удлинители 89,90. Также есть хозяйственные баки с ручками и с крышкой. Они 80 литров объемом, цена 560 рублей. Есть также в наличии полотенца махровые, эконом-вариант, но качество у них очень хорошее. 100% хлопок, размер полотенца 60 на 130, цена 148,50. Также в наличии есть байковые одеяла всесезонные, они в клеточку. Размер одеяло 140 на 205 сантиметров в составе 100% хлопок. Изготовитель — Ивановская область, город Шуя. В наличии есть темно-зеленого цвета, есть еще ярко-зеленые и оранжевые. Цена 725,40. Также есть одеяло бамбук шерсть. Здесь они есть полутораспальные и двухспальные. Полутораспальная стоит 349,80. А двухспалка стоит 407,10. Производитель — Чебоксары. Как всегда, в магазине «Светофор» есть в наличии в ассортименте подушки «Лебяжий пух». Они размером 70 на 70. Цена 269 рублей. Производство «Россия». Также эти подушки есть размером 50 на 70. Тоже расцветка в ассортименте. Цена 228,10. И одеяло «Лебяжий пух». Оно здесь только двухспальное одеяло. Такое пушистое. Стоит 655 рублей.
магазин «Светофор» завезли ведра туалеты, пластиковые, такого нежно-фиолетового цвета. Объем здесь 16 литров, большое ведро, производство «Россия», цена 172 рубля 40 копеек. А это сабо крокосы. В наличии они есть разного цвета, есть и мужские, и женские. Размеры в ассортименте и расцветка тоже в ассортименте. Очень классная расцветка, мне прям понравились. Производятся они в России, размеры с 36 по 45 и цена 200 рублей. Для маленьких деток здесь есть беговелы, называются Зильмер. Они стальные, с максимальной нагрузкой 30 кг. Стоят 1263 рубля. Производитель Китай. Есть в наличии черного и белого цвета. Колеса у них надувные, диаметр 12 см. Высота сиденья и руля регулируется по высоте. Еще одна новая игрушка для мальчишек – это машина бетономешалка. Длина этой машины 30 сантиметров. Производитель «Россия», цена 179,60. Завезли новые алмазные мозаики. Размер холста здесь 40 на 50 сантиметров. Здесь их очень много, они в ассортименте. Производство «Китай», цена 395,90. Также есть алмазная мозаика, раскраска, 2 в одном. Здесь рисование по номерам и алмазная мозаика. Размер холста также 40 на 50 сантиметров, цена 360 рублей. И есть еще алмазная мозаика без подрамника. Она вот в такой упаковочке. Размер холста здесь также 40 на 50 сантиметров. Тоже в ассортименте мозаика. Цена 263 рубля. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся мы с вами очень скоро. Всем пока-пока!